Открытие избирательного участка в Самарском университете имени Королева началось с исполнения гимна. Представители комиссии стоя подпевали вместе с избирателями. Многие жители города решили отдать свой голос в первый же день выборов. Так сделала и Марианна Листова. Я считаю, что каждый человек, проживающий на территории нашей страны, в принципе, должен приходить, голосовать, должен участвовать во всяких мероприятиях, там, по голосованию на госуслугах, городская среда, что-то еще. Чем больше мы будем выражать мнение по поводу происходящих событий, тем, может быть, лучше мы будем жить. На избирательные участки приходят с детьми и даже с любимыми питомцами. Эту собаку зовут Деми. Она пришла вместе со своим хозяином Михаилом Рогачевым и помогла ему сделать свой выбор. Я как гражданин обязан отдать свой голос за того кандидата, которому я доверяю. Представители избирательной комиссии рады всем. Избирателям дают в подарок значок и календарик с символикой выборов. В нашей участковой избирательной комиссии, когда приходят избиратели с детьми, мы им дарим шарик детям. Всегда всем избирателям абсолютно мы дарим улыбки и хорошее настроение. Избирательные участки будут работать 3 дня, с 15 по 17 марта. Прийти и сделать свой выбор можно с 8 утра до 8 вечера. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.